Я всех приветствую на канале Картавый Плей. Меня зовут Виталий. Про растения против зомби 2. Они тут вроде как обновились. А, прикол. Пиньята. Короче, ну мы не идем пока много со временем. Мы пока что играем то, что играем, как говорится. Пользуемся, что есть, чем есть. Появились новые квесты. Проверь. 1:24. Defeat Wild West Gargantua Zombie. Get them before they get out. Reward Пиньята. О, блин, прикольно. A level up plans are amazing. Так, be amazed by some not so simple peace shooters. Ну, какая-то шняшка прикольная вышла. Давайте посмотрим, что тут. Я так понял, это... Это с пиньятой, что ли, связано, или что? Посмотри, пешутер and repeater. Я уверен и надеюсь, что тут нет bucket-head зомби. А, они не атакуют. Я уверен... И надеюсь, что Bucket Zombie Attack that poor little shooter. Почему no? Блин, такие обороты какие-то. Не будет атаковать, ну. Твои страхи напрасны. Эти пешутеры на максимальном уровне. Они упакованы Considerable Punch. Какой-то удар. На текущем уровне это очень сильно. Zen regular. Ну, сильнее, чем обычный репитер. Ну, какие-то крутые чуваки. А что-то я пока не понял самой фишки. Тут какие-то уровни пошли у этих самых. У растений какие-то уровни повыводили. Прикиньте. Первый уровень. А как уровень вообще? Вообще какая-то система уровней введена была, оказывается. Ну посмотрим, посмотрим. Интересно, интересно. Ну, видите, левел 20. Они херачат типа сильно, как 20 этих самых, что ли? Это пока не ясно, пока не ясно. Ну подождем, подождем. Давайте сюда. О, чувачок, смотрите, легендарный из героев. Но на самом деле он-то отсюда. А что он сделал? А, они его убили, он не успел схавать, да? Видите, он кидает херню, это из этих самых, из мира, подводного мира, я так понял. Блин, как этого? А, сбили, сбили, молодцы. О, нихера себе, бегун. А он тоже на уровень, на... смотри, как бежит, тварь. Нихера себе. Они тут, оказывается, тоже непростые. Да, смотрите, не кисло, не кисло. Интересная херня с уровнями, да? Видите, смотрите, на 20 уровне въяривает как. Что такое? Что за звуки? Какая-то музыка пошла. Plant Preview. Написано Plant Preview. То есть это... Level it up, plants are amazing. Интересно.
одна какая-то шапка у нас. Посетите Travelog, чтобы получить свою награду. Tap to open. Ха, он из денег был сделан, что ли? И чё, вот это все? Сотка, да, ну? О, X3, какая-то карточка. Волнат. Теперь типа надо прокачивать растения, что ли? Три карточки на эти пешутеры. Типа, если ими пользуешься, карточки дают. Да, прикольненько, прикольненько. Слушайте, ну они вообще уже, конечно, из этих СПВЗ-жек вторых уже так сильно. Так, let's go to the Dandy Handy Almanac to upgrade the plant. Так, а Dandy Handy Almanac, Almanac, это где у нас Dandy? А вот Almanac, ага. Так, чё? Возьмите это растение, пакет растений. Так, there's the seed packets you want and upgrade your pea-shooter. Ага. Ну, типа, которую шняшку вы выиграли, и заапгрейдите пешутера. Так, и что, и как ее? Ну, апгрейд 50. Не, апгрейд 50 меня не устраивает. А где бесплатно? Без трата бабла. Ну, я так понял, что апгрейд 50 мне по-любому деньги придется тратить. Recharge. Ага. Это... Ага, и damage, да, увеличивается. Так, continue. Tap find more to see where you can... А, find more, чтобы посмотреть, где вы еще можете набрать больше пакетов для каждого растения. Find more. Закончите Ancient Egypt quests in the Travelog to win pin... To win Pinata Z Award P-Shooter Seed Packets. Но это уже было. Find Ancient Egypt Pinata in the store. А где store? Так, ну я-то понял, что... Мне вообще-то их три давали. Что-то я так и не понял. Так, будем тупить. Посмотрим, что там у нас в 100. Что имеется в виду. Еще подгрузки тут просто. Альманак, то играть в Plants. Говорит, да. Играйте в пиньяту. Так, а в 100. Типа нам где-то дали пината Cold Plants. 20 Cold Plants Seeds пакет. Короче, все ясно. Они, короче, ввели в ПВЗшке второй систему, как в героях. Они увидели, что бабло им пошло. И испортили вторую игру. Так же, как бы испортили первую. Понятно. Угу. И типа тут есть, это типа пакеты, короче. Неон микстейп, пиньята. Да. Ну эти бустеры, бустеры. Меня интересует, нам дали одну такую Ancient Egypt. Мы ее открыли, из нее что-то... А, из нее выпала вонючая вот эта хрень. 100 этих, 100 монет вонючих. Нахрен никому не нужных. 20 seed пакет for Ancient Egypt plants. Утилай то про 6, ну давай посмотрим. Вот я ее сделал. 325 денег, ну это да. А вот 10 пакетов таких. Все? 10 пакетов таких. Угу.
И все. То есть нам дают вот эти пакеты, мы за эти пакеты качаем растения из разных эпох, короче. Ага. То есть вот это, только вот этих ты можешь качать. Это что? Блин, надо будет их как-нибудь посмотреть, как их там люди получают. Так. Может, и не надо будет. Какие-то паки тут. Я вот это нихера не могу понять, что это такое. Это за бабло только, заметьте. 20 cold plants, то есть... Но только за бабло. Это такие же, как вот эти, но только в cold. Видите, тут колда нету, тут только за эти. Но я предлагаю не тупить, по 200 купить каждой херни, на всякий случай, мало ли там какая херь. А то, может, опять они что-нибудь отменят. Так что покупаем, пока есть. 40 таких. 20 пешунтеров. Давай дальше, что там? Гробокопателей. Угу. Давай, давай, давай. Я так понял, это чисто анциентовые. Ну, видишь, тут на фоне видно чьи-то растения. Это анциент Египт. Бонус. 5 таких. Только у нас-то такого нет, он у нас залоченный. Понятно, бонус дали. Так. Покупаем вот эти. Блин, так смешно падает. Давай, что тут нам сейчас? Нам сейчас... Нам грибы дали, там же грибные, да, там все ночные уровни. Угу. Магнит шрум, бонус. Что только 5 образели. Еще бонус. У нас его все равно нету, ну типа пусть лежит. Вот этот у нас вроде есть. Барахлишка. Давайте сейчас всех мы прикупим. Я думал, будет одно видео. Оказывается, в одно видео мы тут сегодня вообще точно не уложимся. Потому что, видите, нововведение поперли. Ого. Что-то много, кстати, дали. А мы же так и не прошли этот уровень. У нас за... Да, у нас мы вообще его не проходили. У нас все это залочено. Но на всякий случай пока купим, потом посмотрим. Очень сначала. Я пока еще не знаю, что это за... И что же бонус тоже какой-то, видимо. Ага, и вот этот сумасшедший типок. Так, это мы что купили? Неон микстейп мы доиграли, и еще Far Future. Far Future у нас точно пройденный. Давай глянем. Очень долго, долго, долго. Давай, ускоряемся. Даже неинтересно смотреть. Все, выдали, раздали, свободно. Far Future, кстати, надо еще купить там. Это очень сильно все. Дают немного денег, дают немного этих. Сейчас поапаем остальных. Да. Жалко Египет. Ну ладно, Египет там основные. Тут у нас грибы, да? Угу. Ладно, давай еще Египет возьмем. То есть все-таки Египет — это базовые растения, с которых вообще основная идет замутка. Вот эти все орехи — это вообще заморозки базовые. Поэтому их стоит прикупить побольше. Сейчас мы быстренько проапаем немного и будем уже гонять. Вот там бонусы дают всякие беспонтовые. Фрикоинс, шмикоинс, да-да-да. Жестяк, конечно, они замутили тут.
замутили откровенную буйню. Хотите открыть пиньяту? Ну и что? Визит за стор, ну визит. Я ж только что открывал, вы что, дураки? А, типа вот тебе, короче, это двадцаточку открой на халяву. Но мы только что открывали и без двадцаточки вашей. Если вы не заметили, вот четыре этих. Все. Молодцы. Все. Че? Отстали от нас? Давайте в альманах сейчас зайдем, всех быстренько апнем, кого мы там понабирали. Да-да-да. И заглянем в пиньяту. Апгрейд. Нихера себе, два косаря, представляешь? Это базовое растение, его вообще надо. А что, он Sun Production, да, увеличивается? Recharge. Да, блин, их вообще стоит качать. Самое первое, наверное, что стоит. Нихера себе. 55, обосраться. Да, тут, короче, все не просто так. Первый уровень, ну, полтинник. Толщина. Таухлес. Ну, это, типа, не толщина. Жирность, короче, его. Слагист. Давай еще. Recharge. Все. Find more. Закончите Ancient Egypt Quest in the Travel Log to Win Pinatas. Которые дадут вам волнацид пакеты. Найдите Ancient Egypt Pinatas в сторе. Ну, в сторе это типа купите или в квесты. Ancient египетские квесты. Да. Level up. Давай уже, ну что ты там по полдня? Level up. Sun cost. О, sun cost уменьшился, нихера себе. Блин, вот это они, конечно, вообще... А, у меня только одна тут шапка. Вот это они тут накрутили, навертели. Прокачку растений ввели, это вообще обосраться. Представляете, сколько... Как долго не было этой херни такой подобной. Это прям конкретно меняется. Usage single use on contact специально, да. Recharge это, я так понял, восстановление. А все остальное, а special freeze это что? Special freeze. А типа улучшение что будет? Он будет что-то еще делать, кроме фриза? Пока что только Recharge увеличился. Ну, то есть быстрее восстанавливается. Ну-ну-ну. Все? Ну, понятно. Ой, извиняюсь, если вы это слышали. Но если не слышали, не слышали, не извиняюсь. Sun Production. Mediocre. Recharge Mediocre. Короче, я понял, нужно пиньят этих накупить. Потому что базовые растения, видишь, вообще без них, походу. Тут солнце. Блин, апгрейд, кстати, дорого стоит, если играть. Новичкам играть, то вообще тут... Хотя со временем, наверное, будет все нормально. Давай какой-нибудь. Да. Че, все, find more, да? Да у нас ничего. А, вот еще апгрейдить можно. Recharge и damage, да, видите, damage. Блин, нихера себе, до 20 уровня прокачать. Это что надо вообще иметь? Если он. Тут видите, 50 этих штучек надо, чтобы уже следующий уровень вкачать. Это нужно вообще тут, я не знаю, сидеть, натыкивать. Давай уже. Как же все это долго. Я просто хочу эти базовые растения немножко апнуть, чтобы было с чем играть хотя бы. Чтобы мы уже посмотрели хоть разницу. Armin Time, кстати.
slow. То есть время зарядки, видите, увеличивается все, да? И вот этому надо. Толщина, то есть он умирать будет медленней. Implant фунт. Plant фунт. Over. Ну, видели, да, как разносил? То есть он на 20 уровне просто вообще леща давал. А что тут у меня? А, вот эта полосочка показывает, сколько мне осталось этих. Так, и чё? Кого тут еще? Ну, этими, видите, я особо... Это интересный вариант. По-любому нужно. Мы им будем... Нет-нет, пользоваться будем в любом случае. Ну да, остальных я потом без вас качну, чтобы вы тут не смотрели на эти кучи нажатий. Беспонтовых. Йон мап. Ну качнуть не могу, видите. Ready, но это надо проходить игру. Мы до этого пока еще не дошли. Ну что, давайте поиграем. Хватит томить, уже сколько, 3 минуты я вас тут томлю херней. Всякой херней, да, занимаемся. Давайте пиньяту посмотрим, мы поиграем немножечко, продолжим. Wild West. Дикий Запад, хренячить будем. Давай, давай. Опа, опа, опа. Что-то тут появилось. Так, тапните на Escape Route, на сбежавшие растения. Another plan to make them switch places. Потом нажмите на другое растение, чтобы поменять их его местами. Без, сбежавшие корни взрываются, когда зомби близко. Ну, первый уровень понятно. О, блин, она у нас золотая, что ли? То есть, сейчас поставлю, он будет бомбить их, ну да. Я что-то пока не понял хрени. Ага. Ну, я пока не понял просто смысла этих взрывашки. Они, да, хорошие, интересные. Просто я пока не пойму, зачем их перемещать. Вот, если честно. Просто не могу понять. Пока что не могу понять, зачем перемещать. Или я тупой, или лыжи не едут, как обычно. Ладно, посмотрим. Будем разбираться на месте, как говорится. О. А как на них вообще, что они вообще? Вот если его включить, светится что-то и ни хрена не делает. Очень странно. Очень-очень странная хрень почему-то. Просто светится и ничего не делает. Какое у нее супер оружие, непонятно. Ну, светится. Ну, блин, его, правда, раздавили, видите? То есть мы... Блин, его сожрали. Давайте посмотрим. По
пожалуй, мы посмотрим. На это все дело. Так, кого тут выкопать? Да, его можно. Давай его выкопаем. Вот оно светится. А, вот оно что делает. Оно, короче, выкапывается где-то поближе, где эти, и ставит мину, которая взрывает их. Понятно. Ну, как бы так себе, не очень. Лучше бы она... А, ну давайте посмотрим, что мы тут. Нихера, да? Здесь было рядом, не успели. А, было подряд. Эти самые. Ну, короче, да. Лучше бы она не мину там ставила, а... что-нибудь получше. Так, ну что, давайте продолжим Wild West. Так, мы заканчивали на вот этих. Да, сейчас у нас будет по полосатым идем, как обычно. Девяточка, сейчас посмотрим, что там на девяточке. Ну, Survives Given Plants, это понятно. Выживите с теми растениями, которые вам уже дали. У нас уже солнышки второго уровня, кстати говоря. Блин, ну конечно, вот с этими уровнями они замутили вообще, конечно. Да, это я зря сделал. Я уже понял. Потому что сейчас они быстро сдохнут. А солнца у меня не будет хватать. Так, будем пукальщиков тогда ставить. Они же там вроде взрываться должны, когда пукают. И у них должно отваливаться все, что у них там должно отваливаться. Так. Давай, давай мне что-нибудь. Где солнце? А, этот вроде подсдох, да? Че он? А, да он так и не дошел. Здесь у нас вот тяжелый чувачок идет. Так, кого бы там поставить? Зараза, нужно 500. Поешь пока. Покушай пока, покушай. Давай, пятихатку надо насобирать, короче, я понял. Да, пусть пока еще повеселятся. А, они же у нас прокачанные, что я туплю. Надо их тупо выставлять, и все, они сейчас нам наведут порядки. Не, пятихатку я тут не насобираю, я думаю. Хотя, конечно, вот эти чуваки будут сейчас выряживать так, что все просто прозреют. А вот как вот этого убить? Это другой вопрос. Ладно, пусть там поиграются. Блин. Задних пешутеров нету. Я все хочу сюда поставить эту, мне денег все. Давайте, ну, пятихатка, вот она. Все, вот сюда, раз. И они все примерзли. Опять у меня жопа. А двойных пешутеров... А, кстати, на двойных пешутеров у меня хватает. Только денег не хватает. Давай поставим двойных пешутеров. Сюда надо пешутера двойного. Да ладно. Так, тут уже осталось, кстати. Хотя нет, еще до хрена придется. Очень-очень долго. Суки. Денег просто в упор не хватает. Раз. Ну ладно, давайте заряжать чуваков, раз уж на то пошло. Моего не трогай там.
Так, мне не будет хватать в любом случае денег. Давай тогда всех пинать этими облачками. Блин, ну эти облачки, они, конечно... Ну, видишь, вот раз прыгнул и до свидания. А все потому, что на двойного пишутера уже денег все, я уже тут... Похоже, что я уже тут все. Или продул, или не продул. Ну, короче... Нихера себе, что тут творится. Какая жесть. Блин, ну мне придется, короче. А все из-за вот этих летунов вонючих. Все, всех по это. Короче говоря, все из-за говняных летунов. Ну, в принципе, у меня есть ландмовер, я могу вообще не париться. Просто заново всех выставлять. Ну, блин, просто жалко. Видишь, надо было сразу не тупить, пешутеров обратных ставить здесь, а не вот этих херов. Они бы зарешали, вот эти вот пешутеры. А так в итоге меня уделали деды, которые летают. Ну ничего, ничего. Потихоньку восстанавливаем навыки, как говорится. Смотрим, что там дальше. Watch видео не надо. Двенадцатый. О, Бумеран, ту бегин. О, у нас с четвертого уровня он, кстати. Блин, покажи. Посредине, ну все. Вот здесь вот, надо здесь ставить. А что у него там у бумеранга стало лучше? Он вроде быстрее перезаряжается или что? Тут нельзя посмотреть на него, там нажать как-нибудь. Нет. Четвертый уровень, это ж вроде как вообще там моща должна быть хорошая. Так, ну понятно. А это питает этот, ну этот. Туда ставить его нету смысла. Там потом куры, кстати, будут, которые наверняка нам будут мешать хорошо. Так, давай ускоряем. Потому что тут чисто уже стратежка. Ну. Ну, тут, кстати, не обращал внимания, тут подсолнух нарисован. Запарил, сколько можно. Чек, все. Так, наверху двое, да? Угу. Ну, пришлось сюда поставить. Я просто не знаю, кто там сейчас будет, поэтому... Чтобы двойных пешутеров, ну, обратных. Но я думаю, что тут не будет обратных пешутеров. Где он там был? Ну, уже, в принципе, не важно. А, внизу был. Этого, видишь, никуда не денешь. Да-да-да-да. Жесть. Да. Спалили. Наверху, кстати, будет чувачок, поэтому надо вот так делать. Можно даже так. Гемчики. Видите, у них удар слабенький у этих чуваков. Там, где вот это моргает, там, значит, никого не будет. Угу. Че, выкопать надо кого-то? Да нет, тут вообще-то. Я бы вот здесь поставил. Скажу вам честно.
Парни сгорели на работе. О, здесь, кстати. Так, а что у нас тут? У нас здесь есть. Курей там не будет. Блин, почему-то курей нету. Просто странно, что дают лампочки вот эти. А курей не дают. Это очень странно, потому что обычно должны, наверное, в конце будут идти куры. Стоит, нихера не делает. Давай сюда, наверх вообще. Парень. Сейчас сожрут. Руки. Почти сожрали. Представляешь, надо низ защищать. Ну блин, такие шляпочные растения дают. Кого тут защищать низ? Что ты с этими растениями сделаешь? У меня здесь явно не хватает вот этих шляпочников. Давай скорость поменьше поставим. Блин, придется косарь отдать. Потому что они не затащат его, он... Они вообще ничего ему не сделают. Один это, он ничего не решает. Вот, вот этот надо было. О, а больше нету их, да? Сейчас будет просто много дебилов. Так, ну здесь у нас от курей защита есть. О, облачко. Облачко сейчас пропадет. Блин. Здесь. Давай снизу ставить, что ли. Вообще можно выкопать нахер. Здесь нужно, да, выкапываем и ставим сюда, потому что, ну, у нас нету усилка хорошего. Так, наверх. Это вниз. Можно еще так. Просто видите, на нижней мы не можем поставить, так, на верхнем и на нижнем. Мы не можем, вот здесь надо, чтобы на этой линии был один бумеранг. А так, если здесь мы не поставим его, то нижняя линия у нас без бумерангов вообще. Так, на самой верхней, да. И будет на самой нижней, к сожалению. Потом, вот видите, на нижней. Нижняя у нас в прососе, в большом. Ну ладно, что есть, то есть. Вот эта линия вообще в прососе. Пока что будем бить по нижней-нижней линии. Скучил, видишь? Потому что тут нужно, чтобы было их двое. Они по факту просто не справляются. Ну вот и все, да. Ну по факту, да, на нижней линии надо было. Но нам дали фонаря, то есть... Я даже поставить ничего не мог. Ну тут опять же, эта же игра сейчас идет. О, ревард, пожалуйста, дали нам одну. Типа играйте, потихонечку прокачаете, да? За пару месяцев. Well up you Wilder, да, thanks. Thanks. Вообще-то не thanks, надо говорить. Так вот, thanks. Ну, это все херня. Так, а что нам там ревард? Где наш ревард халявный? Я так и не понял, где получать халявный ревард? Сюда? Где мой этот? А, получать его в квест-логе, точно. Что я затуплю? Вот, мы типа выполнили. Короче, за квесты они ввели вот такую хрень. Теперь будешь получать. Выполнил любой из квестов, пожалуйста. Получи одну шляпку. Ну, двойной пешутер. Все, да?
Ну, это как в этих в героях, та же херня, видите, 44, сейчас потом они поменяются, раз в сутки, типа, будут давать. Try premium plan for free. Take a premium plan out of a spin and earn rewards while doing it. Что за хрень? Что-то новое. Давайте пробовать. Премиум plan quest. Ну, типа тут одни премиумы. Ну давай. Блин, тут что-то намешано. Какие-то чувачки в эти в галстуках. Блин, самое пенное то, что они в галстуках, понимаете? Ну там посередине что-то опасное. Это какая-то. А, они насквозь бьют? Нихера себе. Вот оно что. Они бьют насквозь. Это с первой части же, кстати, чуваки. Они раньше как вырастали и били на шариках чуваков. Блин, тут какой-то тип страшный. Бьют. Сейчас этого что-нибудь вывалится? Или нет? Они не просто так бьют. Там приз какой-нибудь, нет? Просто разбили и все. Понятно. Тут что-то много этих. Понятно, то, что они насквозь. То есть получается, что этот Джон Раш, раз, видишь, оставил. То есть за счет этого можно, получается, просто бить. Они, ну, пролетают и все. Ну, это нам показывает, что вот он. Премиум план. Так, а ну пока посмотрим, как вообще эта херня работает. Что они тут? А, он просто начинает бить хорошо и все. Понятно, он стреляет какой-то хренью, короче. Начинает стрелять. Непонятного происхождения. Ну ладно, пусть стреляет. Блин, короче, обращать внимание на то, кто там и где идет, это очень неблагодарное дело. Нужно следить за тем, что тут происходит. А, он еще прячется и начинает. О, нифига себе, какая пена. Это прикольно. Это я прям, что ты мне? Розотометр. Тут уже конец уровня, поэтому что париться. Нихера себе какая фишка. То есть он, смотри, стреляет насквозь, потом он, если что, кто-то подошел, он начинает прятаться. То есть его не сожрут, да, он начинает бить. Нихрена себе такой типок. То есть его по факту можно вообще выставлять, не парясь, в любом месте. А когда ты его прокачиваешь, он становится крутым. Так, и чё дальше? Ну вот я try premium for free, там чё-то, там в квестах чё-то нам должны были дать. Вот, и чё нам дали? Всё? Просто дали побаловаться премиум этими. Epic quest, risky the gold bloom. Complete each step in epic quest chain for some reward. Gold Bloom produce a burst of sun all at once. Давайте посмотрим, что тут за квест. Так превращается брюки. Пахнет кожей и электричеством. Мои сенсоры зарегистрировали растения, потерянные во времени. Пахнет приключениями, ну, типа, поисками, но на самом деле приключениями в контексте. И апельсинами. Все? На этом все заканчивается. Ну, ладно. Что-то я пока не понял. Тут какой-то тип, я вообще не знаю, как он себя ведет, кто он такой. Вот этот тоже не знаю. Но это из сложного, по-моему, какого-то этого. Так, ладно, из сложного, да? Угу.
Тут вообще хрен знает теперь в итоге с такими раскладами, что вообще ставить. Это разбегается, его большой орех интересно останавливает. Но, блин, большой орех нам вообще выгоден, просто пипец, он у нас прокачанный. Мы можем и обычный орех установить. Не париться вообще. Давай на минах. Действительно. Давай хернем этот квест на минах через этого. Тем более у нас третий уровень, она вообще сейчас нам даст жару. Так, у нас потом будут мины, потом орехи, генераторы солнц. Генератор это вообще чит, но я хочу почитерить немного. Это и что-нибудь веселое. А что у нас может быть веселое? Веселое это у нас... Блин, ну они дорогие, их не успеешь прокачать, поставить в смысле. Дешевые хрен его знает. Нужно что-нибудь стреляющее. Стреляющее. Жжёт на насквозь. Но недорогое. Что я захотел, да? Может вообще... А что вот это вот? Что он себе? Стреляет full force when close to home and become more defensive. Типа издалека. Да, нормально, давайте его поставим, он меня устраивает. Ну и этих поставим. Наших любимых вот этих чуваков. Ну давай что-нибудь халяву базовое, тут же не будет вырастать ничего. Блин, у нас летающее мудило будет. А летающего я не знаю, чем там его. Летающего вот этой шнягой можно чик, и он уходит сразу. Заапгрейдить, кстати, можно. Сразу, не выходя. Ну что, let's rock. Давай мне камень. Let's rock. Почему чит? Потому что мы сейчас будем ставить и получать. Ставить и получать. Но прикол в том, что я сейчас вообще ничего не буду делать. Я сейчас чисто буду собирать солнца. Надо было, кстати... Ну, я хочу их просто навыставлять так, чтобы они вообще тут все охерели. Давай, наверное, вот здесь мы их сейчас начнем херачить. Вот, а здесь у нас будет товарищ. Вот и все. Да, вот так вот. Ну чё, парень, ты у нас тут будешь стоять. Мы его просто будем ставить, чтобы его жрали. Только ради солнца. То есть просто генераторы солнца бесконечные. Ставим. Кто-то что-то, какую-то подляну нам замутил. Неприятно. Да какой-то чувак с этих самых, с будущего. Ладно, давай, там он жрет, надоел уже. Эй, парень. Ты там это, подожди чуть-чуть. А то тебя тут много. А, взорвался, ну хорошо. Просто я тут хотел поставить этого парня. Такого парня я хотел. Так, ну здесь теперь этого ставим. И понеслось все на
Вот это херня. Так, кто у нас там? Кого тут подожрали? Давай заново. Так, не успеваю. О, это ж, кстати, самая прикольная вещь. Я все про нее забываю. Раз. И все идут гулять. Так, раз. Ох, нихера себе, там кто-то вылез, видели? Оборзевшая какая-то тварь. А что он тут вообще делает? Ну это, блин, сложный типок. Его просто так не убьешь. Так, кто тут? Что тут? О, тут сейчас всех раскатает. Ну ничего. Чисто из-за вот этой херни, но ее ничего с ней не сделаешь. Я даже не знаю, что с ней делать, как ее убивать. Я просто в этот уровень не играл, поэтому не знаю, чем это все заканчивается. Во-первых, какого хера он появляется? Его вроде я не видел, чтобы... Потом непонятно, он как-то появляется вообще хер знает где. И начинает херачить, просто убивать твои растения. Ну, я как бы тут с гиперпрокачкой, поэтому... Тут видите, из-за этих всяких гиперпрокачек по факту сделали так, что любой уровень проходится. Ну, как бы, не то, что совсем любой. Но, допустим, вот вам не, вы не можете пройти какой-то уровень, он для вас сложный. Просто в дзен-гардене раскачали свои растения и до свидания. Чё нам? А чё нам ничего не дали? А, типа, вот это и все, и вот надо 10 раз выиграть. Ну ладно, мы погоню за Голдблумом устроим в следующий раз. О, нам опять дали премиум. Давай премиум. Я хочу посмотреть, что нам там еще дадут. Еще поиграем в Wild West и серия. И попрощаемся до следующей серии. О, тут какую-то опять нам показывают, что нам тут. 4-й уровень. Я пока не знаю, что это за растение и какого хера ними делать. Типа они уменьшают, короче, уменьшалки. Ну ладно. А, они всех уменьшают? Прикольно, это вообще прикольно. А это чё? А, ну это массовые, которые пионы или как они там. Видишь, чик, сейчас эта толпа вся пошла погулять. Блин, да уменьшители просрали, а вот сейчас они пойдут царясь. Сейчас вся толпа такая, чик. Я так понял, что уменьшители тут неспроста. Чё они делают? Для меня это пока что тяжело понять. Блин, я наверху просираю. Представляете? Причем по такой тупости просираю. Я просто в шоке. Блин, у меня просто нету растений, чтобы даже запарили. Придется их убить. У меня тупо там нет растений, представляете? Атакующих. Что тут еще уменьшить кучку? Давай еще уменьшим. Блин, надо наверху растений уменьшать, увеличивать количество. А то это дело такое. Сегодня есть, завтра нет. Так. Давай мне. Кто там? Что там? Давай сюда массушку долбанем. А сюда уменьшалку. Она вообще, она еще уменьшает. Да, еще уменьшает. Мне вот интересно, что вот эта вот пиониха делает. Она просто их что-то как-то... Всех просто пионит и все.
Но они уже, видишь, больше не уменьшаются. Это уже все, максималка. Больше ты с ними ничего не придумаешь. Ну, какая-то, знаете, ну, уменьшалка, да, вроде хорошо. Для гаргантюшек особенно. Вообще интересно, да, премиум плант квест. Интересная хрень. Чисто, ну, погамать, поиграть на эти... Во-первых, тут такие фишки показывают, да, что именно, ну, как, в каких условиях используется эта хреновина. Такая чик выглядывает, типа, а, есть кто? Есть? Кто-нибудь есть? Но они очень долго так будут пинать. Походу, там чисто эти, пион вот этот выруливал, потому что что-то они... Очень долго. Но я смотрю, ничего не дают. Чисто дают трай этих самых. Написано, что дадут какой-нибудь. Но ни хрена не дают. Ну, деньги только и все. Вот, комплит и все. И до свидания. И свободен. Ну, ладно. Я думал, там будет что-нибудь... Вели какую-нибудь хрень, типа, получи премиум растение, там, сыграй 40 раз там в какую-нибудь. И выиграй премиум. А чё меня сюда выкинуло? Вроде не выходил. Так, ну что, продолжаем Wild West. Какой там у нас был? 12 уровень, да? 12-12. Пожалуй, вы, наверное, увидите продолжение в следующей серии, потому что у нас тайминг уже вышел. Большие видео не идут, очень тяжело смотрится на ютубе. Так что всем спасибо за просмотр, за внимание. Сегодня мы много нового посмотрели. По крайней мере, я, для меня это все было интересно и новое. Во-вторых, ввели вот эту вот всю прокачку растений, да. Вот, ну, продолжим с 16-й в следующей серии. Так что всем пока, подписывайтесь на канал, на твиттер. Скоро будет паблик. Я тут вроде как собираюсь уезжать в Москву, но отвечать вам на комментарии не буду. Но видео будут выходить, я думаю, каждый день, пока меня не будет. Сейчас наснимаю кучу интересных разных видео и понесется. Так что всем пока. Да, не унывайте там.